Добрый день, с вами снова Академия Ликве Молин, и снова я, Дмитрий Рудаков. Сегодня мы находимся на Ярославском шоссе 59, это фирменный сервис, магазин компании Ликве Молин, и рассмотрим, как будет действовать специальная медная смазка для разделения поверхности и для устранения прогибания деталей. Перед обработкой очищаем тормозной диск от остатков старой смазки. Самое главное перед нанесением медной смазки – это хорошенько ее встряхнуть. И места, где медный аэрозоль попал на рабочую поверхность диска, мы очистим. А вот и перед установкой обрабатываем той же медной смазкой, для того, чтобы они нормально откручивались.